всей души хочу вас поприветствовать в этом зале. Это действительно такое символическое событие. И, по сути, я сейчас символически передаю эстафету от третьего созыва к четвертому созыву. Третий созыв, безусловно, потрудился очень неплохо. Были действительно разные времена, но в целом наш парламент всегда держал марку одного из лучших в стране. И я абсолютно уверен, что и четвертый созыв эту нашу марку парламентскую также будет нести достойно. Я, конечно, уверен в том, что все вы прекрасно понимаете, основной заботой нашей, как и прежде, будут нужды, чаяния и потребности наших граждан. Конечно, мы будем делать все для того, чтобы наш край развивался и, безусловно, был лидером и в экономике, и в собственной защите прав граждан, и во всех тех вопросах, которыми будут заниматься наши комитеты.